А чё за давно я тебя позвал на бой, ну, стримерша? Перепрыгните к нам на нашу сторону. Давайте, на сторону добра. Так, где? У него должен быть стрим где-то. Стрим есть. Давай меняться, хорошо, Клодин. Какой у него там никнейм на стриме, посмотрите. Это как-то слишком тяжело у меня получается. Почему я ввожу Фариеда Twitch, и мне лицо Flash in the Night выскакивает в гугле? А может, это его второй аккаунт? Так вот, кто нас вызвал-то, все понятно. Серьезно, где у него, как я на ее канал могу выйти, когда у него нет канала на Твиче? Приеду ты вы у нее. Он просто косичку заплетает. Да, и сразу ей становится. Во, Фриеда ТВ что-то такое находит. Так у нее. Про правду Дискордей написать. Это ее никнейм? Я написал никнейм тебе, включаю, но спросил. Призывателя не существует, говорят. Не существует. А, это у нее на Твиче такое не Фриеда ТВ. А. Я могу только на паст бродкаст попасть. А что, она сейчас не стримит? Должна же стримить. Она, возможно, задержку поставит. Задержка. Они там закончили. Челики задались. Фриеда 1. Там я зашел и над нами издеваются. Говорят, что мы сдались. И ха-ха-ха был смех. Сейчас мы их заставим сдаться. Пам-пам-пам. Там докладывают, что он сейчас кинет. Так, она добавилась? Кто-нибудь ее видит? Да. Я добавляюсь. Кто-нибудь ее видит? Она на вебкам стримит. Не знаю, чит за сайт. Ладно, я знаю. Нет. Она не там стримит. Это... Да, это на RU-AC IQ-тест. Ага, все, нашел я. Пригласить. Пусть приглашает всех остальных. Короче. Какие ваши лучшие чемпионы, расскажите мне пока что. Я не знаю, открыть тут сейф. У меня, в принципе, из нормальных Лулу Леона только. Не, здесь будут чемпионы, только те, которые у тебя есть. Это проверенная информация. Вот это плохо. У меня Лулу Леона только. В принципе, из саппорта. Ты только что сон наиграл, что ты гонишь? Блин, она не прошла еще IQ-тест, знаешь почему? А зачем остальные добавляются, друзья, мне? Мне остальные не нужны. Так, о, все, она же может приглашать сама, да. Главное не баньте нами. Или наоборот, забанить нами. А, я так понимаю, она нами мейнер. У нее на нами больше всего игр сыграно. Насколько я знаю. Блин, у нас есть Нурлан, а у них Нортон. У нас как бы это... У них Нортон Командор. Да-да-да-да, у них как бы Нортон Командор, а у нас Нурлан Командор. Командор? Да-да-да. Эль Командор. Эль Диабло. Нурланцо. Так, надо какую-нибудь музыку для победы поставить, чтобы не играть какой-то мусор. Поэтому мы не выигрываем. Ну что, народ, делаем флекс или как? Да, делаем флекс. Просто, если у тебя вроде Браун есть, насколько я еще знаю. У меня много кто есть. Просто у меня всю тут топперов больше, чем это. Так опять кто-то ко мне в друзья лезет. Чипсы. Я несколько дней тренил топперов и... Да шучу, конечно. Ну посмотрим по пикам. Может, кто будет лучше заходить. Так, что она написала? Мы ready, кей-кей. Все, поехали, ребят. Готовы все? Ну, конечно, куда они денутся. Да кого там спрашивать? Так. На F. Кто тут самый страшный? Это Физз. Блин, тут с другой же последовательности. Они не... Или подожди, они поймут. У них же в другой... Подожди. Мы для них выглядим так же, как они для нас, зеркально. Да, да, так да. Так что да. Они все поймут, да. На R. На R кто стартует? Ноктюрн. Да, я Ноктюрн мейн основной, моя роль. Так, вот это. Риван?
непонятные баны. Как-то все понятно. Как можно не понимать? Затащил бы на решетка меня не удержит. Файлса? Вот это вообще странно. Так, да нет, там сейчас буква И должна быть, да? Да, сейчас буква И должна быть. И верно. Где буква И вообще? Короче, я не могу найти букву И, я просто и верно забаню. Я серьезно, я не вижу на букву И ни одного чемпиона больше. Кто еще на букву И есть? Ирелия. А, Ирелия. Да, мы же Ирелию договорились, ну, точно. Теперь ты, ну ладно. В моем списке. Файк? У меня файка нету, алло. А, блин, слушай, у них нет эко, я хотел на эко забанить на букву Е, а у них нет эко, это как вообще? Тут же все чемпионы есть, подожди. Не-не-не-не-не, здесь не все. Короче, мне придется на букву Д банить придется, и у них нет Дрейвена на всю команду. Что за... Или это я беру чемпиона просто? По-моему, это я беру чемпиона, друг. Да не волнуйся, не волнуйся. На самом деле, я всех вас обманул, я просто тренировал Диану несколько ночей подряд. Да ладно. Против Хэллоуэй я точно не смогу, иди на топ. Ой, а у меня нету чемпионов. А, у меня есть один чемпион хороший. Давай, я на топ пойду. Так, кого мы сейчас берем? Там будет же еще вторая стадия пиков банов. Надо ее тоже учитывать. Да, тут как в турнире. Ну, я же ее сам и создал. Ладно, на самом деле у меня был хороший учитель. Миша, если смотрит стрим, он меня натренировал. Чигагоп. А то, что у меня и лавойся забрали. Ну да ладно. Я могу ее на попе. Че, Орну беру? Почему мы не в турнирную пошли, кстати? Как турнир. Это турнирное, на турнирном. Это же не турнирный сервер, это турнирный модуль. А в турнирном модуле ты можешь играть только то, что у тебя есть. Как я понимаю, вас надо поприветствовать. Добро пожаловать, насекомые. Добро пожаловать в мой Тарак. Мир. Ну отлично, морелка все равно будет. Easy outpick. Нет, только смотри, я же заоутпикал. Они не знали, что сделать с Дианой и запутались. Подумай, дружище. Браун. Мы его Брауна забанили. Я хотел его взять, короче. МЧС говорит, то, что там метель, хотя метет пиздец. У нас тоже сегодня что-то обещали дикое. Нельзя, они забанили Брауна, пора идти не спать. Так, у них есть эко на букву Е? Эко все же у них есть. Все, ну я надеюсь, они поняли намек. Зачем они трендовали? Подожди, а что они забанили? Ноктюрн, Сайлос, Спайк, ну ясно. Грамматика хромает у них. С грамматикой явные проблемы. Ничего себе. Там Нортон Командер что взял. Что делать против него? У нас ужасный пик, пишет чат. Ужасный нормальный пик? Как может это быть ужасным пиком, когда это просто топ? Ну что, я Орну беру на топ? Или это мировой уровень. Я иду на бот. Хорошо. Дулстик собрать или кого? Ну, лучше. Ну, нам, в принципе, нужен второй танк. Второй через два танка будем делать. Эко на букву Э. Нет, эко на букву Е. Безграмотные вы, бездари. У нее же имя латинскими буквами. Я должен был латинские буквы писать. На букву Э слово ебаняшка. Эбонашко. Хватит угорать над всеми, кто угорает над кем. Я просто смотрю, что Нортон Командер пикает. Пошел его аккаунт чекать. Там парень сыграл 2 игры на Варвике, 2 победы. Как бы, а это же они могут не себе пикать. В смысле не себе? А, типа свапы делать? Ну да.
Так, ну что, мне нравится наш пик. У нас два инициатора, два ассасина и просто Эш. Да, ну и Эш, которая будет байтить всех своей юбочкой на себя. Там, плащом. Кстати, не надо, Диана играет лес. Чатик, да? То, что Диана не может играть. Она спокойно играет лес. Да, у нее. Она до что угодно. Привет, сколько стоит у тебя звуковая карта? Не знаю. Я, по-моему, встроенной пользуюсь, которая в процессоре и все. Там чел второй день на топе играет. А, это Фриеда и будет на топе, смотри. Те. Добро пожаловать, насекомые. Да, видимо, кому-то вступить. Добро пожаловать. Ну, короче, у них типа паук, но типа не паук. Как-то так. Она играет за сильную женщину, зависит. За мою сильную независимую женщину. Да, материнку, я оговорился, не процессор, материнку, да, конечно же. Отобрали пик. Что ж ты будешь делать? Они вообще нас законтрили. Я хотел Брау убрать, его забрали. У тебя его забанили, у тебя его вы забрали. Все. Ну еще ладно. И Варвика пикнули. Ну ладно, Варвик не такая беда. Он... Ничего не поделать. Фарака будет неприятно под Варвик. Они даже не раскусили наши баны, говорит чатик. Ну это скучно. Я так трайхардил. Даже Диану взял. Нет, на самом деле, я не знаю, чего вы смеете. У меня Диана 100% винрейт на Европе. Я, по-моему, ни разу ей не проиграл. А сколько игр? Ну, там около 6. 6 за всю жизнь. Где-то так. Сейчас посмотрю. Прошлый сезон. Диану. Так, это где это было? В чемпионах. 8 сезон. Ладно, я вас обманул. Прошлый сезон был неудачный. Это был спад моей карьеры на Диане. Одна победа, 5 поражений. Это был спад, на самом деле. Я чувствовал, что я могу лучше, но устал тогда от жизни. И, кстати, в 7-м сезоне я тоже устал, видимо, от жизни, потому что у меня 3 победы и 6 поражений. Так, но я уверен, в 6-м сезоне было все хорошо. На ней. Так, там я просто сыграл одну игру и проиграл. В 5-м сезоне. Давай, Дианочка, ты где-нибудь... Вот она! Вот он, этот старт. Это вот, это мощь Дианы Мейнера. 5-4. Сыграл я в 5-м сезоне. Да-да-да. Тут... О, есть статистика даже за 4-й сезон. Так, тихо. Нет, в 4-м я не играл за нее. Я еще тогда не знал, насколько это круто чемпионы, поэтому сразу стартанул с 5-го сезона. 5-4. Потом, конечно, спад небольшой. Ну, такое бывает иногда. Карьера прогеймера, она тяжела. Она не в 5-м вышла случайно сезон? Возможно, она, кстати. Она раньше вышла. И вот он. Так, они могут нас инвейдить? Они не могут нас инвейдить, а мы могли их, но мы не успели сообразить. Да. Hidden Pool, это не просто Hidden Pool, это Hidden, запрятан, перепрятан пул. Когда я 11 золота. Хорошее шоу, зачем хейт? Какое шоу, какой хейт, о чем ты? Я вообще трайхаржу. Это... Я да, думаю, ну, мне надо взять W вначале. Страшно. Там точно никого не забыл. Лискушки стартануть. Как моя пассивка работает? После использования заклинания. То есть мне плевать, какое я возьму. Тогда я, наверное, W возьму. Вас выиграет девушка. Ой, что делать? Понимаешь, Полинка, вот тебе 26, а ты до сих пор не поняла, что... Если мы выиграем девушку, то есть вероятность, что нас Риуты забанят потом. Будут ругаться против нас. Пошла. Будь здоров. Спасибо. Видите, у меня аллергия на чушь из чата. Я нагадался, наконец. Диана вроде синего начинает. Чё ты врёшь? Я с красным стартанул. Стример виднее. Ну.
Нет, я просто иду по тому же принципу, что с Кайло есть вероятность, что я просто вообще не получу красный больше в этой игре. Так хоть один красный потрогаю. Так, видимо, мне надо было лучше скорость атаки взять. Почему сайт советовал мне брать Ability Power? Что-то я медленный какой-то. Вы это не молчите там, рассказывайте, что у вас. Ну, у меня на мне пассивка варвика, но это из-за хп. Угу. У меня АДК фармит. Я иду к тебе, друг. У меня ешки нету. Флэш. Лол, не получилось. На миде щиток нету. Это было не из-за хп, судя по всему. Шаршик тебя, Нортон Командер все же пришел и загангл. Уходи. Ну там, если бы крипы были, я бы мог даже убить. Почему тебя без флеша убил? На Бломета сразу отфлешится. Я что-то не подумал. Он на кушке. Стоп, так ты. Как. А ты-то что не флешнулся? Кстати, тебе мешал-то это нажать. Он же бежал, неделю до тебя. Ну ладно, ладно. Мой косяк. Это не косяк, это косячище. Ты должен был хотя бы снять с него саммонер спелл, а не просто умирать. По маршруту 5-го сезона идет, да. Нет, кстати, это правильно был маршрут. Неправильно было то, что у нас на топе. Это, он ушла. FF20. Да это не FF20. Это FF15. Нет, до конца играем, до конца. Конечно, до конца. Ты что, там против нас чувак с Дарана стартанул на топе за иловой. Это как бы успех должен быть. Это уже неуважение для меня на самом деле. Давай ты попробуешь хоть раз хука. А, ясно, тут вард стоит. Вы это информацию как бы... Не просто молчите. Вот этот варты вы должны были увидеть. Они его ставили в открытую. А, не смещал. Ну, тогда чё они отошли от меня сейчас за три экрана? Такого просто быть не может. Ну, может, они правда так стоят на линии? Да нет, вот они сейчас агрессивно стоят. А, значит, еще раз попробую, приду к вам. Давай ее ловить, закрывай ее, просто иди закрывай ее. Хук кидай, все, молодец. Аша, не убегай, смелее надо быть. Ну ладно, мы флеш сняли, с кем все. Назад. Не убегать надо было тогда. Не варю. Угу, окей. Воу, что это было? Я возвращаюсь. Это варик на тупе. Не. Мне кажется, что-то здесь не так. Я позволю себе запушить, потому что я сейчас не смогу нормально сражаться. Давай, позволяй себе запушить. Good job, Мид, кстати. Спасибо. Что за люди работают, что курят вообще, не знаю, надо спрашивать у них лично. Оу, это очень грустная история. Угу. Я выбью вард просто потому, что в противном случае мне опыта негде не взять. Мне надо было потом сбыться. Бэкайся. С
соберитесь тряпки, да тут что-то походу вот эти два парня, Сарака с этим, они немножко обманывают Села. У меня-то нет обманщика в команде. Они действительно бронзы и действительно сильвер. Просто там как бы МФ-ка смогла автоатаку отденать свою собственную заклинанием, причем сделала это специально. Я просто вспоминаю, я недавно платине играл на Европе, и мне достался Адекерри даймондовый, и он не мог сделать за себе, за это, за МФ-ку это. Когда я ему это объяснил, он начал на меня гнать. Внимательный Грей, что это ты вообще забираешь? Эта штука не работает на твоем чемпионе. Работает, не как для размена хорошо. Не работает. Тебе говорит аналитик со стажем. Эта штука не работает. Можешь сразу ее продавать и уходить в этот. Rightless Glory. Ну серьезно, он не работает. Ты не можешь им не пользоваться никак вообще. Это штука бесполезная на твоем чемпионе. Я не знаю, по сайту ЮГГ даже на этом берут. Ой, боже мой, любитель поспорить. Хотя правильно стал вообще на уровне не работает. Ну, там обычно потому что собирается Abyssal и потом этот делается. Не знаю, я сейчас смотрю по ЮГГ, Diamond. Варвик. Угу, ну пусть делает. Не страшно, у нас Power Spec позже. Ты читал статью о дисциплинарном комитете? Да, читал, ребят. Сначала маска, да-да-да, я говорю, Abyssal маска сначала, потом играется Rightless Glory. Но против нее можно Rightless Glory начало вот это собрать и дальше в Abyssal маску уходить. Да лол, как так? А, у меня не так. У нас Лебланка Смурф, она затащит. Ладно, у меня с бэка будет 6 уровень. Я тоже Смурф. Это BO1? Не, BO3. Да это вообще фановые игры. Чего вы, ребята, успокойтесь. Получайте удовольствие. Просто как бы, ну, удовольствие удовольствием, но без Sunfire на урне, пожалуйста. Пропадешь в Сараку? А там пинг ты не видел, нет? А он тебя видел. Здесь пинг стоит. Ульта у этого, у головой. Как ты к ней вообще подходишь? Да я комбой промазал дико. Так не надо подходить, друг. Просто стой, крипы сами подойдут. Зачем ты лезешь с ней воевать? Не надо в лаву заходить. Во, я бегу, но, наверное, не успею. А, выбежал. Все-таки минус 2 слыша. Тебе не надо с ней воевать, ты должен только ласхитить крипов при помощи Ешки. И все. Когда крипы ближе подходят, нажимаешь W. Все. Никаких заклинаний, никаких комбинаций в нее. Я просто не понимаю, они санфайры собирают орны в моей команде. Не знаю, что КДР нужен. Граспы какие-то берут. Когда нужно просто брать книжку и все, и побеждать линию. За счет сустейна, овер сустейна. Пес, тут фарма пропадает. У него слыша нет. Нортон Командер. Минус сэр. Вижу, ставил. А, ты кого берешь? Ну. Я пытаюсь раскормить себя, потому что топера у нас не будет. Тебя. Как так-то? Ну, так-то. Ты сказал, что флеша нет. Ложная информация хуже всего. А там это было. Просто тогда бы я по-другому играл. У меня ульта была на КД после этого краба. Ты сказал, что нет флеша. Я сделал all-in через флеш, а там все плохо.
Чувак просто нажал флеш и ушел от меня. Уходи. Уходи. Пусть забирают. Лучше мне на лицо. Да не-не. Не, ну люди должны понимать ошибки. Просто как бы... Не знаю, на каком ты сайте вообще смотришь это, потому что я точно уверен, что ни на одном сайте этого нет. Это я про Орна сейчас говорю. Я не знаю, UGG, который ты рекламируешь. Ну и где там это... Сейчас гляну в перерыве. Везде. Бежит, бежит. Нажми кнопку R сюда. Все, ладно, отпускаем. Килл флэш на боссе. Как я понимаю, вас надо бы приветствовать. Это сейчас на топу. Нет, это носа. Варвик на бот бежит. Варвик идет. Попытайтесь ретироваться. Все нормально. Он дрейкал. Он его уже спустя. Мешать. Ну, напугать можете. Так-то вроде вы ему помешать не сможете. Если он отойдет, не сразу хочешь. Уходите просто. Там умирать за него не надо. Ооо! И ловим минус ТП. Если что. Джоб. И ловим тебе сам мир. Как я понимаю, вас надо поприветствовать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Сражайся. Или не знаю. Там еще нет, может подойти. Или не знаю. Лучше... Тут мне кажется, у меня больше шансов было убить без тебя. Ты просто ее вылечил. Тем, что промахнулся скиллшотами. Я в нее весь контроль дал, который у меня был. Да-да-да. 100% весь. Евы, покидывай на своем ешке и забыли. Нет, просто, ну, неверная информация. How to win this game? Пинкварт здесь стоит. Играем, играем, играем. Да ладно. Отлично. Дальше. Друзья. Молодцы. Вы как к вам бежал. Ну, вроде Барвик не должен бежит успеть. На всех парах сюда. Кому-то бы я нам А у нас будет? Зикс идет, у него унита будет.
до хз. По-моему, легкий килл был. Ну ладно. Не буду спорить, ты единственный, кто хоть что-то делает. А вот теперь точно не надо, потому что там и Сарака, и все остальные подойдут. Вот эти заклинания тогда надо было давать до конца идти. Ну, в КД было. Ну, а где ты это все потратил, расскажи, пожалуйста. Тогда... Тебя пытался... Ну и чё же ты меня не... Ты не должен тратить заклинания впустую, как бы, понимаешь? Ты же видел всю ситуацию, видел, как он ультует по мне и так далее. Ну да. Нет? Не сил? Пам-пам-пам! Я без понятия, как может за ворта умирать там. Просто еще без понятия. Но это именно ставер будет, это 100%. Да. Попытайтесь через Орна ульту отбиться. Просто дай ульту Орн. Все, дальше не чейзите. Че вас поймают. Мои глаза открыты. Не, чё, мне нормально. Главное, чтобы они впитали информацию. Например, информация номер один. За Наутилуса на втором левеле всегда делайте all-in. Информация номер два. Фокус на линии всегда проводится по Сараке в таких моментах. Никогда не по ЕМФке. Информация номер три. Можно с ульты Аши начинать по Сараке почти всегда, когда есть эта ульта. Не ждать ничего. Отходи. А если они стартанули, то... Ох, то он просто ускоряется. Пытаться меня сожрать со всей командой. Вижу, нет. Это, у него их не отвешки и еще 10 секунд. Хорошо. Я добуду, чтобы у меня... О. Блин, не хватило урона. Пам-пам-пам. Шатколь, так я шатколю вроде. Просто чё шатколь, когда люди 2 на 2 помирают, там 1 на 1 помирают. Такое не на шатколить. Шатколить это когда происходит какое-то действие в игре. Там за дракона и так далее. Тогда можно что-то рассказывать. Сейчас просто дальше фармимся, чё. В следующий раз я убью троих. Если мы проведем сражение не прямо сейчас.
барон, что ли, делает? Да нет, нет, вряд ли. Нет, не, не ходи туда, весьма. Не надо. Да, я знаю, да. И ты тоже должен это знать. Барона я буду подварживать постоянно, и все будет хорошо. Фарт стоит. Блин, там пинг. Пинг ставит, боже мой. Так, ну они что-то очень серьезно настроены вокруг барона тусить. Аша, еска, еска есть? Еска. Да, гоу туда воевать. Орн, давай ульту. Наутилус, давай ульту по Сараке. Я пока подойти не могу. Больше. Тихо-тихо, у нас битва продолжается. Орн, не гонись, не гонись, не гонись. Вернись к нам. Вот, прыгнул. Все, все, не чезим, не чезим. Дальше фармимся. Я выйду пинг. Угу. Варп есть у тебя? Да. Парам, парам. Там точно пинг бьешь или барон? Барон ОП. Не дает спуск. Запрет стоять. О, другое дело, он так. Я тебе говорю, когда я на линии, я же не могу им шатколить каждое действие. Ну, если Сараку будем вырубать каждый раз, и потом до Зикса я смогу тут добираться, да, а так тяжеловато, конечно. У нас хороший комбо-ульты есть, в принципе. Ну, сейчас Варвик там жестко тупанул, он меня пропустил, не смог добраться сразу. Там пинг все еще стоит. Угу. Стоит, пусть думает, что там... В смысле, подожди, ты не выбил его? Нет, я ударил барон, но они не распустили. Они снова идут на барон, они снова его стартуют, все туда, все туда. Они варт не нашли. Нашли, но... Нашли... У меня есть ульта. Не успеют, они не будут убивать. Начинай ульту уже. Орн, начинай ульту, но Наутилус тоже начинай ульту. Все, все в Сараку. Сарака флеш. Да-да, нормально, тайп, этих добиваем. Блин, я что-то от этого умер. Нама, отойдите, отойдите. Не давайте килов больше. Отойдите. Мой Орн. Косяк. У них МФ вылезло. Ну... Нет, вылез. Ну, сейчас было у него флеш, у этой флеш. В следующий раз у этого не будет. И в следующий раз у меня будет флеш. Это там огненный, если что. Они могут сейчас его забрать. Они идут. А Лебланка, кстати, может так шотнуть там. Че мне туда третьим собрать себе? Третьим? Ну, ботинки уже собери, в конце концов. Черт, я ботинки, что ли, продал? Блин. Убейте меня. Не, успели забрать, ладно, страшно. Ну ладно, по огненным сравнялись. Отпушьте мид и здесь не умирайте. Нам здесь обзор нужен. Вот сюда обзор, пожалуйста. Вот здесь вот где-нибудь представляете. Топ подпуш. Та часть леса нас вообще не интересует больше. Ты можешь вниз отпушить на Лебланке. А или уже поздно. Подожди, Няня, уже здесь беги к нам. Я рядом, то есть. Я дам просветку чуть-чуть. Так, чтобы выбить варды у нас здесь. Это сейчас будет уже у него дешка. Эй, Вов, ну не подставляйтесь так, ребят. Давайте, инициацию. Ой-ой-ой-ой-ой. Да ладно тебе. Она успела уйти. Хорош. Блин, фир. Через крипок можешь идти, чтобы... Мне кажется, лет тимфайт там в плюс вышел. Много. Да? Если два, что, у нас три подряд уже тимфайтов в плюс выходит. Если они явно намерены делать all-in, то делайте первый all-in, чтобы нам было... Ну ладно, надо было чуть раньше крикнуть, просто крикнуть в следующий раз раньше.
Илови все еще в нашем кусту. А? Че случилось? Ну ладно. Пауза. Илова, я, видимо, вылетела, она стоит на... А. А, нет. Ну, поэтому она паузу нажала, поэтому. Ну ладно. Там рейдж кьют, варвик. Диана... Это... Диана кусает задок. Я просто в бурчатах сейчас смотрю. А, Диана кусает задок. Ну, Диана просто понимает, что ей делать. Мне же не варвика кусать. Я поэтому не хотел морелку делать, там чатик. Морелку чего не соберешь? Так а толку мне от этой морелки? Ну, я ее уже собрал, как итог. Просто морелка нужна танков, чтобы резать. Чаще всего. Задок, ну, типа сараку, я могу шотнуть. Всегда получится шотнуть сараку все равно. Я еще неправильно в цифайте поступил, я зачем-то не сел, надо было просто убивать. Маску пустоты для выживаемости. Не, Abyssal маска у нас есть уже одна на команду, когда мы с Орном рядом, все работает. Мне здесь нужно сейчас свой став из-за того, что здесь раз, два, этого пока нет. Здесь должно сейчас появиться и три. То есть три предмета уже на Магресс есть. У меня, правда, пробивание-то есть, теоретически можно и проигнорировать это. Но все равно, если игнорировать, то Рабадоном, как бы... А вы видели, у меня сейчас 850 золота ровно было. Я всерьез подумал, мерки надо собирать в этой карте, контроля немало. Так, что мне варить в таком случае? Кто это спрашивает? У нас есть два чемпиона, которые варят одну... Кто спрашивает? Наутилус. Наутилус. Ну, во-первых, Rattles Glory не надо было варить. Всегда вари сейчас Redemption. Это самый сильный предмет, который есть для саппорта. Так что сейчас можешь уходить в Redemption. Оставь эту юбку и просто из этого Руби Кристалла Redemption собирай. Хорошо. И в тем файте давай просто на себя сверху, ну, чтобы всех задело. Как можно больше народу. Ну, Redemption я умею побывать. Да. Я думаю, сейчас на Sony вообще на всех усилит саппорт, хорошо, не Орденку, а в Redemption. Реально оверпауэрится там. Мало того, что можно уже даже на дистанции получается. Клятва нет, там клятвы... это потом клятву рыцаря можно собрать. Но раз он сделал уже Rattles Glory, которая у нас уже тоже есть, это так... Что делать? Ну, два Rattles Glory. Там, да... Скажите, я сейчас вольтаю, скажите, когда они вернутся. Я Орна пойду почекаю, а то... Про Sunfire люди говорят. Так. Смотри, на ProBuilds стоит Sunfire. На ProBuilds не знаю. На ProBuilds никто не собирает. Я не понимаю, откуда эта статистика берется. Видимо, реально люди на низком элло собирают так часто его, что из-за этого все портится. Вот я платину. Просто вот, Аларим, который плохой топ-лейнер, но все же топ-лейнер, он собрал Sunfire все же в игре, но все остальные без Sunfire играют. Rattles Glory, адаптивный шлем и так далее. Это, может, Солку Sunfire? Да, конечно, Солку тоже играет ProBuilds. ProBuilds берет Солку игроков. Ну, хорошо. Ну, короче, Sunfire берут где-то в 15-20%, не чаще. Но я не понимаю просто зачем, он не работает на этом чемпионе. В этом прикол. Потому что ты ты вроде танк, но ты немножко другого типа танк. То есть ну тебе нужно КДР. Чем больше у тебя КДРа, тем лучше. А Sunfire, он как бы просто ХП дает тебе. Но лучше тогда вармок взять потом. Реально, кто-то статистику портит, какой-то есть орный идиот, который собирает Sunfire и портит всем мысль. Так самое частое, что собирает, это начало Rightless Glory, вот эту вот часть, если против АДшника стоишь, плюс нинджа тапки, и дальше в Abyssal маску. Следующее ты доделываешь либо Локет, либо сразу вармок делаешь, там адаптивный шлем, если много АП. Ну, АП тут и много, далее. Я даже серьезно... Морази. Так, мы готовы? Морази. Все здесь? Готовы. Никто не убежал, курите, плачь. Я здесь. Ну, все. Значит, короче, готовы. Повторяем тот же самый трюк. Лебланк сейчас отпушивай чуть-чуть и возвращайся к нам. Че, мне то немного подпушить? Че, я должен сам отпушивать? А, ну, все, она догадалась. Не, идти сейчас на барона стоять, вижу. Как обычно, да-да-да, это твоя основная задача. Идешь, вот сейчас с тобой Орн же идет, я тоже подбегаю туда.
Это... Потихонечку. Первый вард сюда ставишь, второй туда. Так вот, чтобы, ну, у нас как минимум... Нет, прям его ставишь, от стенки стоишь и все. Да-да, не обязательно. Все-все, хватит, не ходите туда дальше. Да. Нам этого обзора пока хватит. Куда эта ульта полетела? А куда он ее дал? Не понял. В Ашу. Сюда. А. Блин, был бы флеш, сейчас бы этого наглого убил. Ну, теоретически, у них сейчас no vision. Останься на миде. Так, второй вард они... Они не били. Вот еще один. Я не успею. А я уже отошел. Успеешь. Успел. Как я понимаю, вас надо поприветствовать. Добро пожаловать, насекомые. Добро пожаловать. Отпушить надо кому-то эту точку. Ну я пошел туда. Мне фарм нужен. Делись деньгами там с Лебланкой. Пока у них вышка на миде стоит, мы далеко не можем уходить отсюда. Сейчас аккуратнее, они вот здесь могут устроить нам засаду. Засада это означает, что туда ходить не надо, ребят. Когда я говорю засада, это означает, что они либо устроили ее, либо могут. То есть туда просто не надо ссываться. А может они на шоры забирают? Не-не-не, вот теперь они начали. Все, пошли, ульты, давайте по ним. Так же, как и обычно. Они отошли. Так давайте ульты, я же попросил. Блин, мне Жуня, походу, нужна... Назад, отступайте. Мы на шоры отменили. Ой, опять он ворвался. Чурсет, у тебя со звуком... Нет, просто я уже Ешку нажал. Не, я гораздо раньше это сказал. Я не подумал, что наша ульта не подкинет МФ-ку в этот момент. Санфайр, который хил режет? Нет, Санфайр это, который обжигает вокруг противников. Короче, старайтесь дать ульту постоянно в МФ-ку и в Сараку, и Наутилус, и Орн. Это ваши приоритетные цели. Все остальное это так. Ладно, они не догадались, они могли тебя сейчас убить. Я просто два прыжка потратил, после второго ты обречен был. Я еще хотел сказать, потом думаю, посмотрим, как эти реагируют на это. Ладно, они пойдут на дракона, гоу, оттуда выбьем все. А ты можешь взять синий тринкет? Я буду. Не, лучше просветку пусть остается с ней, все нормально. Нет, я про Эш. Зачем ей? У нее тоже все нормально. Не путай ее. Желтый тоже нормально будет. Наши. Может я почизю? Блин, если здесь вард стоит, мой чиз закончится не очень. Дайте ульту сюда, дайте ульту. Блин, вы не того задели, как говорится. Ну ладно, чё мы, не очень мы, да? Ёшка, блин, хватай ему. Ну, я Сараку убил, а почему-то они в МФ опять не дали ульты две. Должна была быть. Я дал ульту в МФ. Но я не знаю, так как вы ее не смогли продавить. Флешлась от моей ульты. МФ не может отфлешиться от Наутилуса ульты, значит, и от твоей. Нет, тоже. От Орна. Так она и от твоей, и тогда, соответственно. Ты давай туда же ульту, куда и летит Наутилус. Моя ульта пошла раньше, чем летит. Было больно. Я только... Послушайте, пожалуйста. Да ладно тебе! Нет!
А, нормально, он умер. Она точно. Нет, она останется в живых. ГГ. Да, ребят. У нас 3 ЦЦ ульты. Все, что нужно делать, это никуда не торопиться, а давать ульты в одного и того же чемпиона. Причем я вам его назвал даже. Только МФ. Другие вас не должны вообще интересовать. Им нужно будет отратить жизнь, чтобы прикрывать. Ну ладно, бывает.